значении имени маме. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Неважно, где будет находиться поле их битвы. Стремление к борьбе до победного конца проявляется во всем. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Обладатели этого имени стремятся к достижению высокого общественного положения и выполнению такой деятельности, которая позволила бы им работать на благо окружающих. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.